Доброго всем денечка, с вами снова я, Дмитрий. И как вы уже заметили, мы наконец-таки добрались до наших самодельных горшков, которые мы делали в других наших роликах. Ссылка на них будет в описании, либо появится где-нибудь тут. Вы написали большое количество положительных комментариев, спасибо вам большое за это, было очень приятно. Хочу отметить, что зеленый и рыжий цвет, оранжевый, рыжий, кому как больше нравится, это наш корпоративный цвет, ну и так, на всякий случай, да? Теперь же перейдем непосредственно к посадке. Все произведения искусства. У нас, значит, сажать мы будем фуксию. Что мы делаем для начала? Значит, в горшке у нас есть дырочка для керамзита, чтобы водичка там уходила, не уходила. Да? Насыпаем сначала керамзит. Дальше мы смешиваем землю и вермикулит. Итак, мы закончили с посадкой растений в наши кашпо, горшки. Собственно говоря, вот что у нас получилось. Это наше видение. Мы так видим. Смотрим мы, скажем так, в будущее, что все здесь разрастется, и горшки все эти закроют, и их даже видно не будет. Соответственно, ее вы можете поставить в какую-нибудь свою композицию, чтобы здесь, допустим, были можжевельники. Они будут перекрывать низ, а сверху будет шарик вот таких красоты такой. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь. Пишите комментарии, понравилось вам, не понравилось. Может быть, вы бы сделали по-другому. Я не сомневаюсь, что вы бы сделали бы именно по-другому. Всем до новых встреч и пока.